Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в Uncharted 3 Иллюзии Дрейка. Мы с Салли пробирались через сгоревший дом, еле-еле выбрались оттуда и сейчас добрались до цитадели. Ребята, здесь идем. Мы не пройдем, заперто. Не, ну если заперто, давай искать вход. А какие варианты-то еще, куда идти? Конечно же, сюда. Будем забираться. Ты загляни, я подожду. Жди тут. Салли, твоя задача просто ждать, как всегда. Жди, я все найду, весь выход на мне, так сказать. Я сейчас пойду искать выход. Все чисто, залезай. Где ты там? Вот, отлично, все, идем дальше. Давай только тихонечко пробираться, чтобы нас никто не заметил. Пойдем сюда, идем, за мной, быстрей. Салли, пока тишина. Аккуратно только, смотри. Не шуми, главное, старичок, не шуми. Я перелезу. Давай, проверю, я как всегда, я перелезу, ты жди там. Ладно. Ой. Короче, я так перелез, что меня накрыло камнем. Да. Большим камнем. Давай в этот раз поаккуратней. Салли, я вообще высоко уже залез. Ты там смотришь за мной, нет? Я-то уже иду. Так. А как теперь спуститься, а? Черт. Уже? В смысле? Чё случилось? Вас тут не хватало. Меня чё, впалили, что ли? Тихонечко. Ну-ка ты давай. Не, ну я так-то могу быстро с вами разобраться. А, ну у меня пистолет только. На! Готов. Ой, их что-то много здесь. Ладно, пускай. Главное, чтобы мне патронов хватило. Нет. Граната. Так, тихо. Отсидеться надо. Он ко мне лезет, прикинь. Слышь, ты чё? Совсем офигел, что ли? Ты чё делаешь-то? Ещё один. Есть, готов. Следующий. Кто-то там палит снизу. Ну-ка, давай, я сейчас к тебе приду. Здорово. Я у тебя дробаш заберу. Так. А ты что здесь делаешь? Ну-ка, дай-ка я спущусь и к тебе тоже. Подожди, пора либо спускаться, либо здесь пособирать еще что-нибудь. Ну-ка, я перепрыгну, давай. Есть. Калаш заберем. Где ты там? А, вот он ты. Вот он ты. Так, тихо, там еще один, по-моему. Во, смотри, что тут есть. Все, минус один сразу. Стоило бомбануть баллон, и все, и он сразу исчез. Так, вот он здесь где-то. Здорово. Подожди, стой. Тебе крышка. Да нифига не крышка, иди сюда. Нет. Граната, ты что, дурачок, что ли? Баллон еще здесь. Дебил. Чё он делает? Подожди. Все, можно идти теперь. На, все. Нет. Ты чё делаешь? Со мной шутки плохи, братан. Ты чё, ты забыл, что ли, как это все происходит? Надо Салли дверь открыть. Салливан, заходи, братан. Давай я тебе дверь открою. Давай, чисто. Где тебя носило? В смысле? Да так. Я всю работу сделал за тебя, дружище. Ты чё? Дальше как быть? Ну-ка, помоги.
Давай, крути тоже. Сильнее, сильнее, вращаем. Сейчас мост опустим. Нормально все будет. Пройдем там, все отлично. Смотри, чтобы никого не было, главное. Давай, сюда. Там ров глубокий, прикинь, или что там, овраг какой-то, непонятно. Мы в замке гуляем. Надо спешить. Давай попробуем вон ту дверь открыть. Идем сюда. Салли, сюда. Ну, а, здесь замок, отойди. Сейчас, подожди. Блин, мимо. Вот и все, заходим. Стоп, стоп, сокровище. Отлично, забираем. Так, что дали? Монета крестоносцев, отлично. Эти сокровища нам нужны. Может, еще есть? Ладно, пока ничего, пошли дальше. Салли, я тебе предлагаю по-быстрому двигаться, потому что мне тут помощь твоя нужна будет. Не тормози. А, смотри, замок только с другой стороны. Опять. А я смогу подстрелить его? Тихо, в щелку если. А? Ну-ка. Стой, где замок? Вот он, по-моему, висит. Вот он, я сейчас попаду. А чё, он не попадает, прикинь? Да как так-то? А чё делать? А, да. Подожди, мы можем перепрыгнуть. Посмотри. Стоп. Ну-ка, покрути, я сейчас опущусь. Опускай. В колодец. Давай. Все, можно падать? Давай, да я могу упасть, в принципе. Есть там что? Подожди, я посмотрю. Сиди там. Ай-яй-яй, тихо, 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 надо аккуратно его убрать. Кто там? Да никого нету, ты чё? Присядь. Увидел меня. Давай, вылезай. Вот и все, их всего двое. А, нет, вон третий еще. Ну-ка, давай. Только высунись, и все. Братан, тебе повезло. Неужели их всего трое здесь было? Вроде что-то охраняют, не знаю, даже лампочки горят. А там что, колодец еще глубже? Или... А, нет, все, здесь не то. Не то, сюда не надо. Нам патроны собрать. Что-то лежит. Сокровище, отлично. Медный эмалированный сосуд. Пойдет. Идем дальше. Так, ну надо найти нам вариант, где, куда пройти. И встретиться вновь с Салли. Так, подожди, но он... Мы отсюда пришли. Здесь с чуваками поговорили. А куда теперь? Не, давай искать здесь что-то. Надо куда-то либо прыгать, либо... Либо что-то сделать. А, вот, наверх можно залезть. Давай. Во. Поползли. Эй, сюда. А, я вон Салли, надо ему, надо замок открыть. Погоди, 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 сейчас. Есть. Ну-ка, аккуратно пройду, может быть, здесь что-нибудь будет. Мне вот сюда, наверное, вылезти, там Салли пройдет. А я-то иду по какому-то другому пути непонятному. Да что ж такое? Салли! Помоги! А, вот и Салли мне теперь помог. Все нормально. Тут так. Полно агентов. Волнуюсь я за Хлою и Каттера. Где они могут быть? Так, насчет агентов-то понятно, что их тут много. А нам-то куда сейчас идти? Так, мы там были. Внизу мы были. Я могу, в принципе, вон туда куда-нибудь залезть, либо... Так, давай осмотримся. Может быть, здесь просто куда-нибудь идти надо. Отсюда я вышел.
Здесь Салли мне помог, вниз не будем падать. Ну пойдем сюда, наверное, вот здесь дверь открыта, смотри. А что не заходит-то? Ну-ка забеги. А, нет, все. Подожди, это Салли здесь вышел с этой двери. Отойди. Так. Салли отсюда вышел. А, вот, наверх лестница, пошли. Так, тихо, тихо. Что за черт? Почему вы не во Франции? Вас спасаем. От чего? Боялись, вас поймали. Или хуже. Но почему? Ну, Толбот подкараулил нас в замке. Он ждал нас. Мы думали, что и вас выследили. Ну, они тут, рядом. Ну, ясное дело. Так что лучше не привлекать внимание. Что у вас случилось? Мы сутки не можем с вами связаться. О, забыл денег на телефон кинуть. У тебя авансовый тариф? Ну да, контракты — это же грабеж. Что, мой сломался? Опять? Ладно, проехали. Ты не представляешь, что мы нашли. Тут все записано. У Элизабет в Сирии не просто шпионы. Все эти люди – члены некоего герметического тайного общества. Британская оккультная служба, Школа Ночи, Клуб Адского Огня, Орден Золотой Зари – все они связаны. Так Джон Ди? И Фрэнсис Уолсингем, и Уолтер Релли, и даже твой Дрейк – они все оттуда. Их интересовала власть, контроль над врагами посредством шпионажа, обмана, страха. Эй, парни! Так, так, погоди. Так Марлоу и ее люди? Все тот же тайный орден. Ему уже 4 века. Сейчас есть дела поважнее. Да, надо уходить отсюда. Да, да. Вот, смотри. Quod est superius. Est sicut quod est inferius. Что значит? Что наверху, то и внизу. И это ключ ко всему. Нам надо на самый верх этого замка. Ха, вот и лестница. Отлично. Ну, пойдем наверх. Это поможет нам найти путь в гробницу. Вход наверняка где-то здесь. Давайте, самый смелый, быстрей за мной, ребята. Самая высокая башня. Значит, надо просто перейти. О, черт, проклятие. Ложись. Быстро-быстро пригнулись все. Что теперь? Это единственный путь к башне. Ну-ну. Вообще-то собирались по-тихому. И что? Нельзя отступать. Да, цель близка. Попробуем обойти их. Не, попробовать-то можем, но если не получится, не будем по-тихому, да? Будем по-громкому, как говорится. А те двое... Так, а где они? Подожди. Я пока вообще никого не вижу. Нет, давай калашик. А, вот, 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 вот. Вот здесь по-тихому. Вообще по-тихому получилось, смотри как. Приз получен, монстр рукопашного боя. Да сядь ты, что ты делаешь-то, а? Подожди, надо еще одного. Да не прыгай ты так резко. Что это? Да чё? Все, по-тихому не получилось. Совсем по-тихому не получилось. Сейчас будет заваруха, ребята. Да отвали. Все, пока. Выбейте их оттуда. Раз уж так началось, ребят, давай уже действуем как есть. Чё ж так получилось-то? Ну ничего страшного, чё делать? Не получилось у Дрейка по-тихому. Как всегда, как обычно. Хотел по-тихому, получилось по-громкому. Так, тихо. А это снайперка, короче, прикинь. А чё, надо было... Вот так надо было по-тихому. Снайперку сдавали. Хотя она стреляет шумно. Какая нафиг снайперка? Берегитесь! Стой, граната, граната, отойдите быстро, быстро. Прячу. А, вот он здесь стоит, подожди. Готов? Следующий. Ну-ка, подожди, ты не мельтеши. Куда ты пошел? Все, тормози. Тормози. Следующий, подходи. Граната! О, граната, отхожу. Все, понял вас, услышал. Отойди, Салли, ты что ты встал здесь? Калаш. Где-то он... А, вот он. Там еще один.
Я почти попал. Да хорош, а. А вот этот-то жив еще. Не-не-не, ты так не делай. Давай-ка. Во. Все, все, минус один. Гранату сам себе кинул, дурачок. Так. Сейчас соберем патроны, и все будет окей. Да ты чё, кто еще? Нифига вас толпа прибежала. Баллончик. Бум. Хотя какая толпа? Два человека, ничего страшного. Иди сюда. Чё там, подожди. У подножия башни есть вход. Идем наверх, посмотрим, что там. А как бы наверх-то, чё? Понятно, что охота наверх, а как забраться? Давай, сейчас опять мне ползти, что ли, надо? Не, ну давай пробовать. Да я понял, что наверх. А, вот, подожди. Вот здесь могу же залезть? А, нет, никак. Ну, мы сейчас зайдем вот сюда, пройдем, и нормально все будет. Давай, идем. Только патронов мало что-то. Подожди, подожди, вот тут ничего не забыли? Нет, ничего, пошли наверх. Все, ребята, наверх идем. Ну вот, ворота. Чарли, поможешь? Давай. Давайте быстрее пролезайте. Чё, сколько чисто держать место можно? Вот теперь моя очередь. Все, опускай. Опускай. Так, подозрительно калашики стоят. Нас к чему-то подготавливают основательно. Потому что просто так не может. Какая-то заваруха сейчас будет по-любому. О, давай сокровища заберем. Средневековый свинцовый всадник. Он без головы, кстати. Так. Граната пригодится. Еще калаш. Блин, ну точно подготавливают. Пригодится. Пригодится, вот тебе и пригодится. Давай УЗИшку лучше возьмем с собой. Так, а куда идти? Не, ну мы-то залезли. Давай, надо, наверное, в окно куда-нибудь выскочить, да? Так, ищите, ищите, ребята, выход где, куда? Ну-ка, если по баллону. А, вот, всего лишь лестница наверх. Отлично, пошли. Все, давай, братва, наверх. За мной, быстрее, быстрее, наверх. Наверх не отстаем. Баллон, кстати, его очень сильно шарахнул, поэтому... Ах, ты где там? Стоп, 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 что-то он... Их много, ребята, ребята, не тормозим. Быстро, 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 вырубаем всех. Еще один. А, держите, да что я один-то с ними? Он прям по мне стреляет, что делать? Вы не стойте, когда такая фигня происходит, вы что? А то как-то это несерьезно как-то. Где ты там? О, нифига, он бронированный весь, смотри. Да тихо, тихо, тихо. Друзьишка фигарь, ну-ка надо. Вот, все. Что-то я патронов на него много потратил. Ну, если что, на крайняк дробовик тут есть. Эй, тихо, тихо, чуть не раздавило меня. Куда? Подожди, а почему я за текстуру куда-то вылез? Стой, верните. Верните, куда я упал. Что произошло? Стоп. Как так я вывалился? Ну-ка, верните меня обратно. Как я уже на улице оказался-то, причем с обратной стороны стены? Стоп.
Или где-то окно здесь есть, ну-ка. Да как так-то? А что делать? Как я так оказался здесь в стене? Ну, пускай, ладно, сейчас перезагрузимся, наверное. Вот и так бывает даже, да? Куда вывалился, непонятно. Так, стоп. А чё? Пошли, за мной. Мы начали-то, получается, почти сначала. Ну ладно, ничего страшного. Больше к стенам не буду подходить, потому что ради того, чтобы не вывалиться. Где толпа? Да иди сюда, а. Сразу, раз. Хорош, хорош, не трогай. Вот, все. Раз. Подожди, дай гранату кину, а. Слишком много их тут. Вот и все. И патроны заберем. Да, вот этот уже расправляется с ним. Я его быстрее. Я его шустрее. Ну-ка, подожди. Раз, два, три, подойди сюда. Патроны заберем. Кто еще там дерзит? Граната есть. Так, все. Главное, чтобы мне не вывалиться. Не вывалиться за карту. Давай. Я где-то здесь и вывалился. Берегись, когда сказали. Надо перепрыгнуть. А, нифига себе. Помогите, вы чё? Рвануло. Вот как надо было вывалиться-то на самом деле. А я вывалился заранее, получается. Давай дальше. Но, чуть не упал. Да кто там, а? Иди нафиг, дай мне пролезть. Мне главное до него добраться быстрее. Нифига еще они все отстрелы ведут. Ладно, понял тебя, сейчас доберусь до тебя. Ой-ой-ой-ой-ой, как это было неправильно-то, а? Ладно, хоть отсюда, а не с самого начала. Ну-ну-ну, давай-давай-давай, поднимайся. Почему я не могу, кстати, пострелять, а? А, есть, могу, давай. Вот и все. Еще один. Давай, еще кто будет? Мимо пролетел такой. Тихо, что ты делаешь? Давай аккуратно со мной, вообще со мной нормально надо разговаривать, понял? Так. Прыжок. Хорошо зацепился. А чё же, ну как, вот так приходится прыгать ему постоянно. Давай. Есть, залезаем. Куда, с какой стороны зашел? Давай. Да давай уже. Ты тоже успокойся, понял? Если я достану пушку нормальную. Тихо, все. Все нормально, все разобрать. А, еще один, а? И даже не один, еще. Их много тут. Надо быть начеку постоянно, потому что они постоянно откуда-то лезут. Ну, иди, давай. Что ты руку высунул-то? Ты сам вылези. А если я вот так делаю? Так, ладно, фиг с тобой. Вот так тогда, держи. Оп. О, он самоликвидировался. О, так там его Хлоя встретила. Супер. Спасибо, говорит. Так, давай, сейчас я перепрыгну. Держите, я их вас туда, буду их вам скидывать. Патроны, отлично. Еще, подожди, не убегай далеко. Вернись, еще где-то лежали патроны. Где? Стой, ну что-то моргнуло же. А, просто дверь, нифига себе ты. А, этот здоровый вообще, а как с ним бороться? Ладно, будем как есть. Такой вышел, как из туалета такой вышел. Зайди обратно. Ладно, я хоть увернулся, на. Ну все, тут делов-то. Сейчас, главное увернуться вовремя. Вот и все.
Вот и все. Чем больше шкаф, тем громче падает. Дверь-то была куда-то. Ну-ка, давай посмотрим. Это на самый верх похоже. Сюда, наверх. А где все-то вообще? Почему я один иду? Почему меня никто не поддерживает? Ну-ка, быстро, ребята, давай за мной. Вроде четвером пришли, а я тут один со всеми делами справляюсь. Сюда. Эй, прикрывайте нас. Только побыстрей, ладно? Мы тут как на ладони. Давай, куда идти-то? Вот, глянь, видишь? Что наверху, то и внизу. Да, мы там, где надо. Да, но что дальше-то? Наверняка вход в гробницу спрятан где-то на виду. Где только? Погоди-ка. Вот, смотри. На карте Дрейка тот же символ. А рядом вот. Малая медведица, полярная звезда. Неподвижная точка на небе. Значит, если идти к замку... Она и укажет на тайный ход. Дай-ка. Да. Типа по звездам сориентировались. Только нормально верни. Так. Так, давай смотрим. Смотри в телескоп. Да, да. Слушай, отдавай телескоп. Я сам найду. Он мне нужен. Не, ну давай посмотрим, где, как. Где телескоп? У кого телескоп? Стоит посмотреть, как. L2. Ну-ка, давай посмотрим, где там созвездие это. Значит, ищем полярную звезду. Так, а полярная звезда, она самая яркая же получается. Где она тут? Блин, столько звезд, как найти-то? Подожди, давай искать. Я нашел. Так, а теперь ищем вход. Должен быть прямо под полярной звездой. Ну-ка, вход. Вон там. Подумать только, на самом виду. Ребят! Эй, минутку! Неужели все так просто? Нейт! Берегись! Ай, аккуратно, ребята, сейчас рванет! Быстрее, побежали! Бегите! А, черт! Еще быстрее, не надо! Смотри, он сейчас еще бомбанет, и все, и хана нам! Быстрее, быстрее, шевелитесь, быстро! Они почему что, я сам медленно бегу в конце? Они тут все разнесут! Вон там дрозд! Можно по нему съехать! Только снайперка есть, ну-ка быстро! Этих заткнуть. Тихо, 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 тихо! Как так получилось-то? На! Господи, Нейт! Хватайте винтовку, кто-нибудь! Стоп, если я сейчас спрячусь где-нибудь, может быть, что-то и получится. Оберегись! Вон он фигарит. Чую я, после них тут камня на камне не останется. Надо как-то аккуратно прям, чтобы вот чуть-чуть вылез вот так. Никак не даю. Есть. Где еще один? Тихо, надо на него как-то аккуратно нацелиться. Готов. Еще какой-то остался. Откуда? Подожди. Подожди, вон он. Почти попал. Летит. Осторожно. Еще снайперку надо взять. Как бы, только подожди, сейчас прилетит. Сейчас я возьму. Ухожу, надо аккуратно все. Включаемся. 3 патрона у меня всего есть. Я уже один выпустил, зря. Мимо пролетело. По-моему, я его убрал. Или жив он еще? Ну-ка, еще кто-то фигарит. Подожди, еще кто-то бьет. А, вон он сидит. И еще вон один. Ай, патроны. Ну-ка, залезай, надо еще снайперки патроны взять. Все, вон, все, вижу их. Переключаемся. Да что ты, а?
Он отошел, по-моему. Патроны опять закончились. Она бесконечно, кстати, появляется тут. Ну-ка, стоп. Так, прицелиться, давай еще раз. Где он там? Не вижу. Попал я по нему, нет? Ну-ка, сейчас немножко рассеется. Есть, я попал. Еще один. Где-то надо вылезти к нему просто. Вон он. Прям на меня летит. А, ну все, а еще кто? Еще один фигарит, ну-ка. Чуть-чуть, ну прям. Есть. По-моему, попал. Нет, не попал. Готов. Надо уходить, скорей. Так, а теперь можно калаш обратно взять. Куда идем-то? Готовы? Поехали! Мы как раз к этому входу идем. Есть! Все чисто! На трос! Аккуратно, ребята, вы че? Трос порвался, походу, да? Ну-ка, да, ну, хоть бежим. Давай, Нейт, давай! Да даю уже, куда бежать-то, ты только скажи. Беги! Быстрее, давай! Где они? Тишина. Эй, эй! Мы здесь! Все нормально? Ага. Поищем обходной путь. Ждите. Осторожно. Осторожно, черт. Опять сейчас будут фигарить. А, эй, вон эй, они идут. Смотри! Они это башня. А Салли и Хлоя? Не парься. Смотри. Вон она. Нам надо туда. Нет, лучше не... Ну куда он? Блин, да мне придется тоже за ним идти. Лучше не шуметь. Держаться вместе, найти их. Так, стоп, а как не шуметь-то, как? Я согласен не шуметь, но надо как-то это сделать. Подожди, можно наверх залезть. Может быть, отсюда я смогу на кого-нибудь спрыгнуть там. Ну-ка, давай. По-тихому. Что это? Во! Заметили меня, все. Все пропало, бегу обратно. Вот он. Кто еще, ребята? Кто еще будет с нами тут? Подходите. Ну, я говорю, по-тихому не получается. Так, ты что там засел? Вот и все, ушел. Перезарядим, подожди, надо теперь, наверное... Мы когда тут высоко... А, этот идет, прикинь. Еще кто-то фигарит, смотри, что-то их много, больно. А, ты уже с кем-то дерешься там. Ладно. Мне кажется, надо вниз спуститься. Вот с этим разобраться, потому что он вообще дерзкий вот этот, аккуратно. Меня бить пытается, смотри. Да что так, он потому что высоко стоит, поэтому ему удобнее там. Тихо. Не высовываемся. Подожди, мы сейчас с ним порешаем. Где он? Пусть спустится только сюда. Да ладно, чё ты? Чё, дробаша фигарит? Ах ты! Посмотри на него, что он делает. Ты хоть помог мне, братан. Все, отлетела шапочка у него. Теперь осталось добить. Отлично. Откуда фигарит? Подожди. А, он рядом уже, да? Этот тоже опять крутой пришел какой-то.
Ну, давай. Попробуем справиться с ним. Есть. Попал. Еще. Все, вот, вот и все, вот весь разговор. Только подожди, 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 не торопись. Не торопись, это еще не все. Следующий. Ну а как мы тут хотели по-тихому? Такая толпа. Тут по-тихому даже вообще никак не пройдешь. Давай помогай. Еще один идет. Осторожно. Все, патроны забираем. Отлично. Отлично, вылазим, идем дальше. Ну, такая глава, долгая цитадель. Сейчас, давай пройдемся поверху. По верхушечкам и посмотрим, что тут есть. Вот это я хорошо зашел. Это хорошо. Пошли вот, вот сюда пошли. Ну, пока тишина, никого больше нету. Мы, по-моему, всех убрали. А нам надо, в принципе, вон туда, вон наверх попасть только. Да, к двери, вон дверь. Вон уже дверь. Давай, сюда. Ладно. Только войдем мы в дверь-то в эту или нет? О. Это... Да, о. Было бы слишком просто. Стоп, стоп, стоп. Это хлам здесь какой-то валяется. Здесь же не всегда была кладовая. Нет, 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 нет. Мы что-то проглядели. Эй, постой, постой. Статуи, видишь? Рука вверх, другая вниз. Да. Смотри, наверху, внизу. Повторяется одна и та же тема. Значит, придется искать дальше? Ну да, похоже на то. Дай-ка телескоп. Держи. Спасибо. Давай вычислять, а что делать? Наверху, внизу. Опять северную звезду ищем. Ладно, давай посмотрим. Где телескоп? Эй, опять этот символ. Может, в этот раз не на небе, а где-то внизу? В смысле, подожди. Значит, разгадка связана с самим замком. Какая-то эмблема или символ... Ну-ка, давай-ка эмблему посмотрим. Ну вот эмблема, вот, вот же эмблема. А, погоди, отсюда надо смотреть. Это что-то внутри самого замка. Где, где, что там внутри? Эмблема или символ? Получается, откуда-то отсюда надо что-то высмотреть. А, вот, подожди, что-то, вот. Стоп. Вон там. Ага. Что внизу, то наверху. Да. Ну и все, пошли туда, значит, да? А как? Просто, куда просто собрался? Упасть? Иди сюда. Теперь что? Ну вот он символ. Дальше-то что? Вот этот вход, что ли? Ну пойдем, спускайся ко мне. Не, ну это что-то не то. Давай дальше куда? Так бы он прибежал бы уж давно ко мне. Что внизу, то наверху. И что куда получается?
Так, давай еще раз посмотрим. Может, я еще что-то не присмотрел? А, стоп. Что внизу? А, то наверху. Колонны. Вот надо, наверх. Похоже, они. Ладно, пойдем туда и посмотрим. По пути захватим Салли и Хлою. Они вон там! Черт, нас засекли! Быстрей, 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 прячемся. Нельзя здесь оставаться! Надо уходить! А как? Куда? Куда быстро? Ни хрена себе! Это что было? Это Салли! Капец, отстрел полный нас. Надо бежать отсюда быстрее. Иди сюда. Вот они, смотри. Распинал, давай быстрее. Ты где там? Не, мы сможем, наверное, свалить, только куда, пока надо придумать. Тихо, 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 вот тех как. Стоп тебя! Нет, нет, граната, нет. Осторожно. Есть, попал. Еще один. Ну, давай, 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 надо всех сейчас. Аккуратненько вот так. Оп, кто еще? А, вот он стоит. Да тихо ты, а. Выбейте их оттуда. Стоп, уже кто-то здесь рядом, что ли? А, он нифига ко мне пришел. Все, тихо, 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 помогай. А где мой-то, ё-моё? Почему я один тут остался? Есть, там что-то прилетело кому-то. А, вон Салли фигарит. Граната, уходим. Нельзя здесь нам тусовать долго. Вот поцыки здесь. Ах ты как! Они откуда-то отсюда потом придут. Надо здесь аккуратно, потому что они сверху спрыгнут. Не знаю, или куда-то перебежать надо. Надо быстрее ломиться, мне кажется. Подстрелил. Все, нет, нет, сюда не надо было. Давай еще раз пробуем. Сейчас Салли зафигарит вот этого. Есть. Не, ну в принципе можно от гранаты, наверное, увернуться, да и попробовать еще дальше поиграть. Круто, Салли. Тихо, 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 сядь. Салли, давай помогай. Погоди, а где мой-то? Куда он убежал? Опа. Закидывай. Граната, граната, быстрее, быстрее, быстрее отсюда. Тут попасть могут очень быстро по мне. Надо быстрее куда-нибудь спрятаться. Тихо. Давай, уворачивайся. Продолжай, 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 Дрейк. Ну как? И уходим потом куда-нибудь. Поехали. Вниз туда. Да иди нафиг, а! Блин, какая-то заварушка началась такая жесткая. Так, этим прилетело, все. Надо сразу идти вниз. Давай с этими расправимся, и все нормально будет. Ах ты! Тебе конец! Еще один... А, нет, это свой. Надо идти, наверное, потому что он-то ломится куда-то. Вот он бежит здесь.
Да меня сейчас так прибьют здесь, пока ты там бегаешь. Сядь куда-нибудь, спрячься. Сядь, отдышаться надо. Да, он уже бьется с кем-то. Так, тихо, 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 тихо. Вроде и сложность легкая, это что за фигня происходит? Нет. Граната, граната, уходим, быстрее, быстрее. Валим отсюда. А, еще и баллон долбанули. Тихо. Все время влипаю в дерьмо. Берегись! Как-то это несерьезно все. Мне бы отдышаться, ах. Тихо, 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 кто-то лупит. Кто там такой дерзкий лупит? А, вот он стоит. Ну давай, давай. Че не стрелял-то? Кто еще? По кому он там бьет? Мне куда-то надо залезть, наверное, его вытащить отсюда. Ах ты. Ах ты так, да? Держи тогда. Так, я увернулся, окей. Все четко. Стоп, 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 стоп. Надо патронами обзавестись и аккуратно. Вон кто-то баллон не рванул. А, вот он. Иди сюда. Снайперы в башне. Осторожно. Где снайперы? Двое. Еще их двое, говорит. Салли там до сих пор фигарит все. Какие-то гранаты там. От башни доберемся до колонн. Да подожди ты с этими башнями. Надо сначала со снайперами разобраться. Или все, я с ними уже Салли разобрался. Ну давай хотя бы так уже мы хоть чуть-чуть продвинулись, а то все застопорились там на одном месте. Давай. Надо их нагнать. Давай, давай, быстро, быстро наверх. Как обезьяны лазим. Вы целы? Руки нагнали. Да целы, нормально все, давай. Идем. Тут что-то есть. Падай уже, все. Рад, что вы целы. Мы тоже. Молодцы, хоть помогли нам. Так, дальше-то вот куда? Стена. Вход в подземелье, где-то здесь. А, ну, вот колонны. Что об этом пишет Лоуренс? Ничего. Ха. Он его не нашел. И какие у нас шансы? Символически, путь лежит между двух столпов. Да? Сейчас. И каких же? Путь. Сейчас я осмотрю, куда подожди, именно? Не торопись. Ну, в иной мир, священное место инициации. Звучит так заманчиво. Может, сломать или взорвать что-нибудь, а? Эй, может, за углом? Ну-ка, давай посмотрим. Почему бы нет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все, поймали его. Нет. Стой. Дай сюда. Хорошо. Теперь дневник. Не отдавай. Не, не отдавай, спасибо. Ты чё? Спасибо. Не верь Дрейку. Они его загипнотизировали. Кто знает. Нет, нет, нет. Черт. Он исчез. Куда он мог? Эй, Чарли, ты цел? А? Чарли? Что такое? Вытащил, наконец-то. Посмотри. Боже, это что еще за чертовщина? Будем надеяться, доза небольшая. Нет, 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 нет. Черт. Спокойно, смотри на меня, Чарли. Я здесь. Нам надо уходить отсюда. Нет, не трогай, отвали от меня. Ладно, ладно. Никто тебя не тронет. Что на этом дротике? У тебя кожа облезает. Явно что-то галлюциногенное.
Чарли, не волнуйся. Уйди! Вы меня не заберете. Никто тебя не заберет. Просто пойдем с нами, ладно? Да. Земля плавится. Нифига он заглючил. Скорее уходить отсюда. Куда? Придется найти вход в подземелье. И где искать будем? Чарли что-то нащупал, но я не знаю, что. Это жезл мага. Без его дневника мы точно ничего не найдем. Погодите. Старший аркан. Таро. Мне. Маг Гермес, по-гречески, столб. Надо. Это мы уже проходили. Семь столпов мудрости? Меж строгостью и милосердием. Стоп, все не так. Нет, не просвет между столпами. Да. Срединный столб. Равновесие. Что? Так у Чарли в дневнике. Столб равновесия двух путей. Между черным и белым. Огнем и водой. Да. Женским и мужским. Срединный путь. Срединный путь. И куда, получается, середина, ладно. Открывай. Вот. Салли, помоги мне. Идем. Нет, 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 нет. Не бойся, Чарли, пойдем. Да, да. Путь вверх и вниз один и тот же. Ага. Вот так. Сюда. Ну, пойдем. Придется здесь протиснуться. Срединный путь. Вы идите вперед. Я с Чарли. Ладно. Увидимся в следующей серии, ребята. Подпишитесь на канал, поставьте лайк видео. И всем удачи, всем пока.